Двух медицинских работников задержали в Дагестане за подделку сертификатов о вакцинации. По данным МВД, врач-терапевт и медсестра одного из медучреждений столицы за взятки оформляли фальшивые справки о прививке от коронавируса. Установлено, что медики подделали документы 6 гражданам России за денежное вознаграждение в сумме 33 тысяч рублей. Люди отправляли мне документы, я относила к врачу, регистрировала. Какую плату вы за это брали? 1000 рублей. В общем, сколько справок вы выписали? 8. За это какую плату брали? Я определенную плату не брала, мне дали по 3000. С вакциной что делали после того, как давали липовую справку? Выливала.